Ну, подводя определенные итоги деятельности, я бы хотел остановиться на некоторых цифрах. За прошлый год следователями Следственного управления принято в производство 1296 уголовных дел. В том году мы перевалили этот показатель, то есть тысячный показатель. Вот. Хочется сказать, что сейчас мы заканчиваем все те дела, которые у нас оставались с того года с небольшой бородой. Будем сосредотачиваться на окончании тех дел, которые возбуждались в конце прошлого года. Значит, основное внимание мы уделим тому, чтобы были закончены дела в отношении должностных лиц ФМС. Значит, мы сосредоточимся на этом, чтобы в гораздо более сжатые сроки это дело дошло до суда. Мы не будем никого, даже в том числе и своих сотрудников, защищать. Значит, задача перед нами стоит одна, то есть обеспечение качественного и всестороннего и оперативного расследования уголовных дел. Независимо от того, кто бы ни совершил это преступление, независимо от того, кто является этим лицом, это лицо будет нами привлечено к ответственности, и дело уголовное в любом случае будет направлено в суд, несмотря на то, кто бы это, кем бы это лицо ни было. Я уже об этом говорил и говорю. При всей снижении преступности, которая имеет место на территории Ярославской области, удельный вес преступности несовершеннолетних преступлений, удельный вес, у нас один из самых высоких в Центральном федеральном округе. То есть выше нас только Москва и Московская область. Мы больше всех возбудили уголовных дел в отношении несовершеннолетних в ЦФО. Мы больше всех направили дел в суд в ЦФО. Это официальная статистика. То это на самом деле серьезная проблема. И почему она еще серьезная? Потому что то, что мы имеем сейчас, это будет взрослая преступность спустя там буквально уже 5-6 лет. Вот. Это надо понимать и предпринимать меры, потому что я знаю, что это такое.